канал «Крылья Нью-Джерси» с голубиным питомником GDA Loft представляет прямо здесь и сейчас. Всем привет! Вы на канале «Крылья Нью-Джерси». С вами Дмитрий Геллер, создатель канала. И мои кто? А, роллеры! Мотороллеры! А ну-ка давайте-ка, ребята, будем набрасывать одного по одному. Ни разу еще не набрасывали. Вот сейчас попробуем. Сейчас будут летать голуби мои. Вот такой вот вышел красавец у меня. От красных. Что там с кухопироедами? Надо зачистить. Кухопироеды есть. Опа! Пошел красавец. Стоять. Худенькие, хорошенькие. Черная. Голубка. Линяет. Уже концевые пошли. Пошла. Вот это турбо. Турбо-ракета. Ее дружка тоже. Да, на концевых тоже. Это голубок. По-моему, да. И в таких сапожечках, видите, слегка. Опа! Оп, пошел, лентяй! Не хочет, захочет. Шторкнем, захочет. Так, продолжаем. Похудел, штаны падают. Это хорошо. Опа! Вот такой вот орел. Белоконцевой, почти как курсачок, а? Мордочка такая, вот мне такие нравятся. Опа, пошел, красавец, пошел. Не хочет. Так, а вот это от элитной пары, значит, от той самой первой, что с Коннектикута я привез. Это мальчик, похоже. Чистенький. Пошел. Оп, и они сорвали за ним. Крошка, совсем крошка, девчонка. Такая слабо выраженная желтопоясая. Хорошенькая, да? Ох, чудо. Пошла. Тю! Потомки коннектикутской элитной пары. Не знаю, голубь, голубка. Мальчик, девочка, мальчик. Мальчик? Мальчик или девочка? Скажите, други, добрые мои, пропишите в комментариях. Не, реально, штаны падают. Работал много, схуднул. Цап-царап. Так, это дружка предыдущий, вот такой сиреневый, вышел, тоже такой, пояса затерты. Это мамка из старой пары, мамка. Папка вырвался и убежал. Это мамка того самого первого красного. Мамка осталась, папка убег. А теперь горбатый. Я сказал горбатый, белоголовый. Ой, хвостик лезет. Или копец выбил, черноглазый, красивый. Пошел, красавец, пошел.
Ага. Этого вообще-то надо было бы уже закрыть. Я его проверил. Это покупной. Вот такой, посмотрите, другие мои, медь. А, красавец. Давайте его закроем. Давайте его закроем, потому что он пойдет на плот. Я его проверил, он вертит. Он уже перелинял. Вертит. Очень четкий такой голубок. И, между прочим, в следующую субботу состоится грандиозное событие, а именно ярмарка Moers, Пенсильвания. У-ха! И я еду, конечно же, я еду. Там я ему найду голубу. Паясы, моя любимая одесская масть, паясы. Так называется этот Red Bar, паясы, белоголовый пацан. Ю! Пошел. Между прочим, я пока на стенде держу камеру, они уже в горе. Они уже все в горе. В горе, в горочке, потому что Roller Space, как ракеты. И так оно и есть. Стоять, бояться. Опа. Так, ребята, а вы помните этого? На днях его бил копчара. Серьезно так его просто шмалял. А? Сизачка, сизачка. Белоголового, белоконцевого. Бил, через сутки пришел голубь. Зашуганный, но непобежденный, живой. Опа, сякочки. Крем де ла крем. Крем де ла крем, лейс. Вот такой вот белоголовый лейс, который... сломал перо. Сломал перо. Ну ничего, в воздухе перелиняет. Который вышел у меня, будете смеяться, из-под кого? Из таких... Как это сказать? Пепельных. О, но не белоголовых. Пошел, пошел, пошел. Бирмингемские роллеры, они же делятся на две категории. На белоголовых, на вот таких, те покрупнее чуть. И на крошечек вот этих, на пенсом. Ну вот, пожалуй, и все. Выкину все, что было. Сейчас поставлю на паузу и покажу вам их в небе. Вон они. Чешу, 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 чешу. Дружненько. А помните вначале как? По всему небу круг учили, по всему небу, где попало, как попало. А сейчас он так плотненько, стаечкой, хорошо, хорошо. Вот, посмотрим, посмотрим, линька закончится, кто завертит хорошо еще. Потому что есть тенденция у этих голубей, как я раньше вам уже говорил, начинать вертеть по-настоящему. После первой линьки. Умная птица, памятливая, с круга не сходит вообще. Держится. И, что хочу сказать, при благоприятных условиях абсолютно высоколетная. В гору, в гору, в гору, в гору, в гору, когда надо, лезет, когда прет, 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 прет. Так что вы, други мои, обязательно не забудьте, рука устала держать, поставить мне лайк. Потому что лайк, он же двигает алгоритм YouTube, вы же помните это все. Ну, там, комментарий прописать, например. Да, какая красивая у меня охота. Миниатюрная охота. Засим буду прощаться. Еще раз на голубей. Вон они, вон они, вон они, вон они. А вон они, вон они, вон они, вон они. Ну, симпатяги, да, такие? Симпатяги. На следующий год я оставляю... Я там кое-что подкупил еще, говорят, хорошие, но я уже проверять сейчас не буду. Сейчас я еще месяцок, и в октябре я разделяю птицу, полностью разделяю, мальчики, девочки, все, пора до февраля месяца отдыхать. Витаминки, шмитаминки, рыбий жир, тыры-пыры. Вот. А вот уже в феврале, значит, я сведу, и мы посмотрим. Приподнялись голуби, пошли вверх. Слушайте, они часто летают свободно. А если, я думаю, надавить их немножко, будет больше. Да. Летучие, летучая птичка. Значит, чего хотел сказать? Да, так я говорю, что в следующем году я сделаю так 5, 6, 7 пар, чтобы качнуть, чтобы долго не плодить, а качнуть сразу.
качнуть где-то так, в мартовский, апрельский вывод взять и в мае поставить полный стоп. Знаете, полный стоп и качнуть так, чтобы там полтора десятка было, да? Плюс то, что останется от зимы, от этих. Ну, много, конечно, не останется, я ж гоню. Я вообще не знаю, как они уходят от копца по сравнению с флайтами. Флайты так уходят, здорово уходят. Посмотрим, насколько они маневренные в этом замесе. Ну, посмотрим, кто выживет, кто будет последним из магикан. Ну и да, и у меня будет пара сизых, они уже сделаны, пара сизых, потом белоконцевых, потом у меня будет пара вот отец из элитной, вот это вот с Коннектикута, отец и дочка, потому что голубка выскочила, убежала от меня, да, здесь убежал голубь, там бежала голубка. Потом у меня будет пара, вот это вот, все время забываю, как их назвать, серые такие, ну, пепельных, чисто пепельных пара, да, ну, это уже спорованная пара, пара каких еще, пара таких желторябеньких, потом, у меня же есть настоящий есть у меня алмонд, вот, и, по-моему, от него я подложил, сейчас выращиваю там еще парочку детей, да, покажу, когда подрастут. Взяли ли папа персиковый такой алмонд, красавец необыкновенный, просто неземной, нечеловеческой красоты голубь. А я его одолжил у приятеля Пола. Ну, я его когда-то купил, подарил, сейчас одолжил, поплажу через зиму и верну, наверное, обратно, потому что он меня уже спрашивал, а где там мой голубь? Я говорю, нормально живет твой голубь, жив-здоров, все в порядке. Все с ним в порядке. Отлично, ребята, все, голуби отлетели в сторонку туда, где они там, бог их знает. А ну-ка, голуби мои, может, ястреб спугнул, да? Ну-ка, давай возвращаемся, куда-то отлетели. Подождем? Хотите, подождем? Ну, давайте подождем. А, вот они, командовые. Так что, ребята, так, всем привет, всем пока. Колокольчик нажмите, если он у вас есть, лайки поставьте, потом что еще, комментарии напишите и размножьте видео по миру, и пусть весь мир увидит это все своими вот личными глазами. До встречи, ребята, до скорой встречи. А это не за горами, может даже завтра, может быть. А давайте я вам классную историю, а вы мне подписку и лайк. Был у меня подписчик, долго так был на канале. Потом взял, зачем-то отписался. Через 2 дня умер. Подписывайтесь и оставайтесь. Ставьте лайки и размножайте видео по миру. И на сегодня все. Вон. Один уже спит. Shh, 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 shh.